И все-таки в чем преимущество? Во-первых, счетчики воды. СГБ 15 битар. Их уже выпускают более 15 лет. А если честно, то компания, которая занимается изготовлением этих счетчиков, она единственная и крупнейшая в городе. Естественно, за 10 лет вы можете себе представить, сколько фирмы «Водомер» установлено этих счетчиков. Так вот, с цены вопросов 450 рублей можно запросто убрать. Во-первых, 30 рублей сама конструкция. Во-вторых, те самые гайки, которые не всегда, кстати, и нужны. То есть, понимаете, да, о чем речь идет? Вот. Мало того, если вы внимательно посмотрите и сюда, и сюда, можно сказать еще и о том, что эта фирма занимается не просто счетчиками, а всеми приборами учета воды. То есть любая арматура, любые переходники, любые смесители, все подряд. И естественно, вам надо понимать, что только эта фирма в городе Магнитогорске может быть единственной и правильной, и ставить исключительные вещи. И вот отсюда давайте поподробнее. Как за 10 лет с небольшим стать миллионером? Да вы ничего не подумайте. Потихонечку и полигонечку люди заработали сотни, десятки. Десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы. Занимаясь водомерами? Просто какими водомерами? Чистопольскими. Да, мы там были и фильм там снимали. И ведь завод-то не просто работает, а работает на ура. Теперь про фирму «Водомер». Не просто наша область с важнейшими филиалами, но и десяток областей до Байкала. И теперь про то, что ставим то. У нас такой стоит у меня, его менять. Он простоял нормально, весь срок службы прослужил. Не сломался? Он бы еще стоял месяц. Год. Лет пять. Вот он, тот самый водомер. Кстати, вот они, те самые счетчики. Вот газовый, а вот 450-рублевый. Для тех, кто не понимает, хотелось бы разобрать и показать. Но все кишки, все-все, сделаны на одном предприятии, в Чистополе. Здесь нету ничего из дешевого Китая, здесь все российское. Мало того, это крупнейший производитель счетчиков у нас. Другой вопрос, кто и как продает. Но водомер в качестве не разменивается. Водомеры по закону должны меняться каждые 4 года на горячей воде и каждые 6 лет на холодной воде. Значит, это постановление правительства и закон, который исполняют все граждане Российской Федерации. Даже больше, наверное, и республики СНГ. У них одни и те же, в принципе, законы. Значит, почему на горячей воде счетчик служит межповерхностный интервал 4 года? Потому что вода более грязная, активная, и, соответственно, счетчик на горячей воде выходит быстрее из строя, соответственно, из-за этого его требуют менять через 4 года, в отличие от холодного, который меняет раз в 6 лет. Вот эти счетчики, кроме всего прочего, я же вижу, что битары производят еще и газовые счетчики, это еще выгоднее? На сегодня, ну, в городе Магнитогорске, если сравнивать стоимость одного кубического метра газа и окупаемость этого прибора, то у некоторых людей он окупается через 1.5 года, у кого-то через 2, через 2.5. Но, в общем, выгодно ставить счетчики газа. У меня дома стоит. Вот, и газовый счетчик, он, конечно, дороже, он стоит у нас 2250 рублей. Если будут коллективные заявки, будет скидка до 20%. На сегодня газовые счетчики устанавливают, к сожалению, только определенные службы, которые имеют лицензию. Мы продаем счетчики в свободной продаже. Вы можете у нас приобрести счетчики и через нашу же компанию заказать установку. У нас агентский договор с несколькими компаниями, которые имеют лицензию на установку газовых счетчиков. Ну и давайте посчитаем, в общем-то, собственно говоря, поставив ваши счетчики, сколько можно реально экономить на воде и на газу.
Ну, многие люди думают, что установив приборы, они будут что-то экономить. Счетчик не экономит, счетчик просто считает то количество воды, которое потребили. А экономить, дорогие граждане, придется вам самим. И сколько вы будете потреблять воды, столько вы будете платить. Сколько вы раз включите газовую плиту, столько вы и заплатите. Просто надо знать, что приборы учета, они стимулируют нашу экономику, экономить вообще все. Воду, электричество, газ. И это в итоге приводит к колоссальным денежных средств, колоссальной энергии, энергоресурсы экономим, когда устанавливаем приборы. Значит, счетчик газа устанавливается на 12 лет, хоть он и стоит дорого, но вы его ставите один раз на 12 лет. Межповерхностный интервал у него очень большой. Поэтому в любом случае газ окупится, вода тоже горячая, холодная, она тоже окупится, потому что тарифы на воду сейчас, конечно, дорожают каждый год. А вот теперь про миллионы. Да, вот они. То, что вы видели в начале, это крытый рынок. Новый красивый павильон номер 03. Не слабенький такой магазинчик. Кстати, ну для справки, ни одной продажи с недостачей не выявлено. А это другое место. И это очень большой выбор смесителей. Я бы даже сказал, самый большой. Вот вам бесконечная панорама этих смесителей. Можно час ходить, а можно и два, и найти себе то, что надо. Я бы даже так сказал, учитывая цену того, что смешивает. Здесь вы на 100% найдете себе в любую хату, дом или коттедж. Это мы вам про смесители. А вот и батареи, и не обязательно импортнячие. Ну чем наши-то хуже? Народу нет, ну так мы это поправим. Вот, к примеру, еще один, скажем так, более прошоренный павильон. Здесь же, на стройдворе. Или как бы правильнее назвать, в павильоне инженерные системы. При нас буквально принесли на обмен бэушный смесак, получили деньжат, купили новый и пошли дальше. Да, конечно, хотелось бы, чтобы все кипело и шкварчало, но будет. Мы же не зря включили свою камеру, как только нас попросили. Итак, счетчик газовый, холодный, воды или теплой воды, без разницы. Вот такой он, небольшой. И вот такой вот он. Покупаете здесь, устанавливаете. Кстати, лучше всего это делать со смесителями фирмы «Водомер», то есть со специалистами этой фирмы, которые придут, поставят, установят, старые заберут, денежки добавят. А если еще и что-то не надо, то есть, ну, газовые гаечки там, допустим, то они их сразу у вас заберут. Вот, и, естественно, вы еще и подешевле все это сделаете. То есть нормально, да? Вот. Во всем остальном, если у вас что-то сломалось, если у вас где-то что-то навернулось, лучше всего работать опять же с этой фирмой, потому что здесь есть все.